большой минус, вы только что все могли видеть выступление под фонограмму, да, когда она сама живет своей жизнью, вступает на такое. Я хотел сказать, что вот он весь пример, весь этот вот метод мы заимствовали у группы Beatles. Ну вы знаете, да, эту историю, когда Пол Маккартни оставался петь песню «Yesterday», все остальные уходили за сцену получать минет. Альберт, я просто стоял. И следующая песня, я даже не помню, как она называется. Она с эротическим названием «Писюн», но, опять же, песня не о любви, к сожалению, песня не о любви. Она о 8 марта. Итак? А когда надо, не включается. Когда не обладала, будет знаковый ключ.